Дети читают стихи. Бессараб Геннадий, 13 лет, МБУ, Акбулаковская, СОШ номер 1, Акбулаковского района Оренбургской области, Эдуард Аркадьевич Асадов, стихи о рыжей дворняге. Хозяин погладил рукой лохматую рыжую спину. Прощай, брат, хоть жаль мне, не склон, но все же тебя и покину. Швырнул под скамейку ошейник и скрылся под гулким навесом, где пестрый людской муравейник вливался в вагоны экспресса. Собака не взвыла ни разу, и лишь знакомой спиной следили два кори глаза с почти человечьей тоской. Старик у вокзального входа сказал, что оставлен бедняга. Эх, будь ты хорошей породы, а то ведь простая дворняга. Огонь над трубой заметался, взревел паровоз, что из мочи. На месте, как бык, потоптался и ринулся в небо ночи. В вагонах, забыв передряги, курили, смеялись, дремали. Тут, видно, о рыжей дворняге не думали, не вспоминали. Не ведал хозяин, что где-то, по шпалам из сил убиваясь, за красным, мелькающим светом, собака бежит, задыхаясь. Споткнувшись, кидается снова в кровь лапы, а камни разбиты. Что выпрыгнуть сердце готово наружу, и пасти раскрыты. Не ведал хозяин, что силы вдруг разом оставили тело. И стукнувшись, лбом о перила, собака под мост полетела. Труп вон снесли под коряги. Старик, ты не знаешь природы. Ведь, может быть, тело дворняги, а сердце чистейшей породы.